сложные условия, которые на протяжении десятилетий мешали выдающемуся открытию. Заветная мечта, которая могла остаться несбыточной. Историческая память, проявившаяся через несколько веков. В 1904 году секретарь историко-филологического факультета Императорского Новороссийского университета Эрнст фон Штерн на средства Императорской археологической комиссии начал раскопки древнегреческого поселения на острове Березань. Но исследование прервала русско-японская война, а точнее то, что Россия в ней проиграла, поскольку после этого Березань стала базой для артиллерийских испытаний. Позднее экспедиции на Березань отправлялись от Института археологии. Параллельно много лет существовала экспедиция Государственного Эрмитажа, и работы проводились в основном сосредоточенные на месте античного поселения. Березань, в общем-то, интересна на протяжении очень длительного времени. Но наиболее важный период все-таки это античный период. Это от конца 7 столетия до нашей эры по 3 век новой эры. Вопрос в том, что античное поселение на острове Березань просуществовало почти 900 лет. 900! Это по современным временным рамкам очень долго. Мы сейчас с вами находимся в Николаеве, которому будет только 230 лет. А поселению на Березане было 900 лет. Там было очень много этапов развития, упадка. Вначале это был обособленный полис. Затем жители этого полиса входили в состав Альвийского государства и отвечали только, наверное, за какую-то рыболовлю, торговлю. То есть было уже небольшое поселение, не город, который позже был перестроен. История Альвийского государства тут началась уже в первых веках до новой эры. Альвийское государство было разгромлено в первом веке до новой эры гетскими ордами во главе с царем Буребистой. Остров теж не мог видов... Историческая судьба острова была неотделима от Ольвии, поэтому и в поселении тоже был упадок. Затем наши территории вместе с Альвийским государством входят в состав Римской империи в провинции Нижняя Мезия. Мало кто из рядовых посетителей острова знает, что на Березане располагался римский гарнизон. И греки жили вместе с римлянами. На такое смелое предположение археологов провоцируют находки в верхних слоях почвы. И достаточно долго ученым не давалась тайна иного рода. Они никак не могли обнаружить на Березане священный участок Тименос, хотя все признаки указывали на то, что он непременно должен быть. Потому что остров Березань – это такой маленький клочок суши, где нет пресной воды, где нет деревьев, где очень жесткие условия проведения археологических исследований. Поэтому большие пространства там никогда не исследовали. У экспедиции есть временные ограничения. Они не могут работать там долго, как, например, в Ольвии и Херсонесе, где есть заповедники.
где есть доступ к цивилизации. Досліджувався остров, і поэтому остров исследовался небольшими частями, и каждый год исследовали маленький кусочек, потом на следующий год больше, больше, больше. На острове Березань проводилась система таких шурфований. Это небольшие заделы для компактных раскопок, для обнаружения новых жилых кварталов, для выявления каких-то комплексов по производству чего-либо. Это керамическое, это бронзолитейное производство или производство железа. В 1984 году археологи находились в шаге от сенсации. Но птица удачи позволила ученым только прикоснуться к ней. При закладке одного из шурфов был найден каменный алтарь, но без всякой привязки к зданию. Наши коллеги, которые исследовали, они зафиксировали. Наши коллеги исследовали, они зафиксировали этот алтарь, но не сделали научной сенсации или открытия. Они не стали исследовать, расширять раскоп. Они зафиксировали, но они не представляли себе, что это действительно Теменос или такой священный участок этого полиса. Ну тогда, на самом деле, еще в 80-х годах. Но тогда, на самом деле, еще в 80-х годах был научный диспут относительно того, Березань — это полис или не полис. Поселение было, здания были, но не было социальной структуры, не было священного Теменоса, не была найдена агора фактически аж до сегодняшних дней. То есть те черты, которые присущи, характерны для города. А уже в 1996 году было принято решение, в то время Владимиром Назаровым, о расширении именно этого небольшого участка, где был найден алтарь. И при его расширении уже обнаружили вначале фундамент ограждения, а потом уже и фундамент самого храма. Храма, где находился этот алтарь. Алтарь располагался не в храме, он был снаружи, поэтому первые исследователи не смогли его найти. Алтарь стоял вроде как во дворе, потому что там почти 6 метров до храма. Там майже 6 метров. Это были такие пустые пространства в археологическом отношении. Там не было кладок, не было ничего. Только алтарь, который посередине, во дворе. Тогда, в 84-м, никто даже не мог себе представить, что в 6-7 метрах от алтаря могут быть руины здания. И не просто какого-нибудь, а храма, который археологи так долго и упорно искали. Но даже этого открытия Владимиру Назарову пришлось ждать еще год. И в 1997 году произошло важное событие на территории Березанского поселения, или Борисфениды, как городище это называлось во времена греков, был открыт Теменос, священный участок. Он небольшой, и, соответственно, и храмовая постройка невелика. Рядом с храмовой постройкой были открыты алтари, куда приносили жертвы. На Березане не найдено посвятительных надписей этому божеству. Кстати, нужно сказать, что на территории современной Украины, на нашей территории, это самый ранний античный храм, который был зафиксирован. В Ольвии те храмы, которые мы сегодня знаем, появляются позже. Храм античный, який зафиксован. Это первый храм древних греков. Он появляется на рубеже 7-6 веков. Это первый храм стародавних греков. Он появляется на рубеже 7-6 столетия. В Ольвии храмы, которые сейчас исследованы, появляются там на западном Теменосе, где-то на 30-50 лет позже. Это уже жизнь одного поколения. Это уже життя одного поколения. Но кому принадлежал этот храм? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно исследовать историю колонизации Северного Причерноморья греками. Вот именно когда в 7 веке до нашей эры в Греции начались великие переселения народов, то на наши территории на кораблях пришли греки. Исследовали эти земли, и часть из них осталась и заложила здесь город. Хотя нужно сразу же здесь отметить, что самое первое поселение в Северном Причерноморье все же было на острове Березань. Это были греки. Давайте не будем забывать, что все колонии Северно-Причерноморья, мы говорим греческие колонии, но греки разные. Есть греки афинские, есть греки спартанские. А какие же были греки у нас? На Березане, в Ольве, на других поселениях.
У 7 столетии. В 7 веке до новой эры Березань, территория современного острова Березань, была заселена выходцами из такого малоазийского города Милет. Малоазийского места Милет. Это были древние греки, которые основали свою первую апайкию, колонию в Северном Причерноморье во время так называемой Великой Греческой колонизации, когда они колонизировали Южное, Северное, Восточное, Западное Причерноморье. Колонізували південне, північне, східне, західне Причорноморя, да, вокруг всього Чорного моря. Вокруг всего этого Чорного моря. Сучасної території України в регіоні. В регионе современной территории Украины, в регионе северо-западного Причерноморья, это была такая первая колония, можно ее назвать апайкия, первая пробная колония греков, которые приплыли к северному берегу Черного моря, основали первую колонию. А потом уже основывали такие крупные города, как Ольвия, потом уже в Крыму, Херсонес, Пантикопей и так далее. Копей, такие инши. Даже не верится, что более 2000 лет назад здесь бушевали кровопролитные войны. А от прилегающих берегов отправлялись корабли, чтобы колонизировать города не только Европы, но и Африки, Азии. Археолог, который не один год руководит раскопками николаевского поселения «Дикий сад», убежден. Милетские греки попали на остров, а тогда полуостров Березань, и основали там поселение не случайно. Это наше предположение. Дело в том, что у великого поэта Гомера в его книге «Одиссея» в 11 главе есть рассказ о путешествии Одиссея на север от Трои. Ну, это через Черное море, где-то вот на нашу территорию. Гомер там упоминает, что когда Одиссей приплыл на территорию Северного Причерноморья, он указывает, там народ и город людей кимерийских. Тем более, что анализ наших артефактов указывает на контакты жителей Дикого Сада с территорией Малой Азии. То есть, по всей видимости, в преданиях еще греков 13 века, 12 века, когда они сюда прибывали, на эту территорию, у них в сказаниях отпечаталось воспоминания об этой территории. И смотрите, какая связь времен. Мы имеем камень малоазийского происхождения, мы имеем элементы керамического декора малоазийского происхождения. И смотрите, то есть они здесь были, по всей видимости, греки из древнего Милета, 13 века. И это передавалось поколение в поколение. И когда уже началась греческая колонизация в 8 веке, а в 7 они приплыли сюда, они отправились именно сюда и не доплыли до Дикого Сада всего лишь примерно 50 километров. Основали первую колонию на Березани, а затем в конце 7 века была построена Ольвия, основана Ольвия. Поэтому ответ на вопрос, какому богу был посвящен храм, найденный на Березани, следует искать в Милете. Но одного знания о происхождении первых колонизаторов острова мало. Потому что греки и ионийцы почитали различных богов, а в том же Милете было несколько храмов. Нужны еще подсказки, которые бы сузили круг поисков. И они были найдены. Но это уже тема следующей программы.